Стоматологическую бесплатную плановую помощь с недавнего времени в Фурманове не оказывают, только экстренную – в кабинете при Центральной районной больнице. За стоматологическими процедурами приходится ездить в областной центр. Причина таких неудобств жителей – в обрушении здания, в котором располагалось медучреждение. Власти приняли решение строение капитально отремонтировать и выделили деньги. Второй этаж займет стоматология, как и прежде. Первый пока свободен даже для планирования. Губернатор порекомендовал главе района занять площади под медицинские нужды. Что вы предлагаете вот в этом конкретном зале? В это помещение мы сейчас рассматриваем возможность теоретически перенести сюда МФЦ в центр города. Ну, короче, значит, ответ короткий. Надо это еще все проработать. Это все должно быть для людей удобно. Стоматология, МФЦ в одном месте. Мы точно уверены, мы у жителей форума спросили, им так удобно. Короче, дайте мне полную схему, что вы предлагаете сделать с этим зданием. Мы подумаем, как его наполнить. Если здесь стоматология, то давайте мы здесь что-то еще сделаем в сфере медицины. Зачем здесь МФЦ?